Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием Outlast, а именно дополнение DLC Whistleblower. Так, что означает как осведомитель, доносчик, то есть тот человек, который пытается рассказать, что же на самом деле творится в этой всей лаборатории, в этой всей компании. Мы играем за не журналиста, мы играем за ученого-программиста, скорее всего, за инженера, да? Который пытается рассказать, что же на самом деле здесь происходит. Так, нас сразу же засекли. Уходим от этих ребят. Ты куда? Ой. Так, он перепрыгнул, да. Куда мне бежать? Поддержите, пожалуйста, лайком, если вам не сложно. Если вам нравится, как я прохожу игру. Будет тоже приятненько. Так, куда тут дальше двигаться? Тут темно везде. О, какая-то дырка. Оп. Нашел проходик. Двери. Тут какой-то проход, возможно. О. Оп. Так, я неплохо от них удираю, слушайте. Куда дальше? Ага, наверх. Все, это не пойдем, меня не достанут больше. По идее. Музыка какая напряженная, да? А куда теперь отсюда? Наверх. Еще выше. Ага. Понял. А теперь куда? Подождите-ка, что надо за эти штуки цепляться? Ага, тут была перегородка, стена. Тут надо спрыгивать, наверное. Ой! Так, хорошо. Вот наша невестка. Какая невестка? Сам ты невестка. Да нет меня. Не нужны батарейки, кстати. Никого нету. А если я открою? Тут заперто. Ну и отлично. Значит, они ко мне не проберутся. Идем вниз. Батареечку бы мне найти. Слушайте, без батарейки как-то грустненько на душе. А, это швейный цех, гляньте-ка. Сохранение. Так. Швейный цех. Мы зашли в подвальное помещение, и здесь, судя по всему, они шьют что-то. Что-то вышивают. Что-то шьют. Рабочие места. Вижу, тут полно этих станков, то есть этих швейных машин. Что за музычка? Это радио, что ли, играет? Кто это? Мамочки, что там твое такое? Это что за дичь? Руки, ножки. Господи! Труп один. Голова. Это женщина, да. Сиси порез. Ужас какой. Боже ты мой. Это мерзость. Это же жесть какая-то. У меня даже какая-то запись появилась. Запись появилась в журнале, по-моему. Так, нет, наверное, в этом заметках. А ну-ка, что за свежий ад? Человеческое тело изувечено и изогнуто, как в момент рождения. Человек не в состоянии видеть такие вещи, не изменившись непоправимым образом. Лиза, я был с тобой, когда оба наших мальчика появились на свет. До недавнего времени это было самое удивительное, что я видел. Полностью за пределами разумного понимания, и все же так или иначе с тех пор является центром всего, что я видел. Ты всегда говорила, что у меня нет фантазии, но недавно я расширил свои горизонты. Как же все это возможно, что здесь происходит? Но теперь я знаю ответ. Деньги, выгода, вещи, которые мы творили просто потому, что... Просто потому, что что? Были способны. Ради денег это все не эксперименты сумасшедшие делали, значит. Денюжки зарабатывали. Денюжки? Да кто их финансировал, непонятно. Это, конечно, вопрос. Интересно. Он это им деньги давал на это все, этот весь ужас. Только, может, кажется, кто-то бегает. Я на всякий случай постараюсь высмотреть где-то батарейку, а то у меня только 3 штучки. Это маловато, кажется. Ничего не блестит. Они обычно, да, подсвечиваются таким образом чуть-чуть. Кто-то тут бегает. Мне это не нравится, конечно же. Так, это что такое? Ткань. Стекло. Батареечку. Пытаюсь найти какую-то. Нигде их нету. Ладненько. Ну, я слышу беготню, слышу. Кто-то здесь бегает. Конечно, только кто. Так, тут никакого прохода у нас не наблюдается. Батарейка сажается. Ну, очень хорошо. У меня останется всего лишь 2 батарейки. Так выходит.
Просто великолепно. Кто-то бегает. Пробую войти в эту дверь. О, идет сохранение. Дорогая. Мама мия. Что за дичь? Он открыл? Нет. Надо поменять батарею. Как он меня напугал. Извиняюсь, я испугал тебя. Я не хотел. Подожди. Я знаю, где-то уже видел тебя. Может быть, до того, как я проснулся. В смысле? Хотя сейчас это похоже на сон. Может быть, здесь с тобой? Куда мне бежать теперь? Позволь мне наполнить тебя. Тебе больше не нужно быть одной. Чего? Что ты несешь? Он все-таки открыл эти двери? А, вот он! Чувак, ты плохой или хорош? А, нет, он плохой! Он плохой, он плохой. Он открыл эти двери для меня или нет? Вряд ли. Нет, они закрыты. Каким образом мне от него вперед драпать? Откуда он вышел? Куда он выбежал? Куда он выбежал? Куда бежать? Ой, преследует меня. Куда бежать? Я куда-то бегу, не знаю куда. Я обратно бегу куда-то. Это, наверное, ошибка. Может быть, и нет. Я пока убегаю куда-то. Куда-то бегу, не знаю куда. Я бегу. Там, наверное, куда-то нужно было на потолок запрыгивать. В смысле, на верхний ярус. Его только не нашел пока, мисс. О, дверь открыта. Welcome. Сохранение. Закроем. Пока что. Куда-то... Я как-то нашел проход. Не знаю, каким образом. О, батареечки. Как-то нашелся нам проход. Это радует, безусловно. Фух, ну это, конечно, чувак страшненький был. А это что такое еще? А, невеста. Что-то они тут говорят постоянно про невесту, да. Есть такой разговор. Тут там какую-то невесту жаждет. Они... Что... Давайте закроем лучше. Где он? Я не знаю, где он. Швейная фабрика. Ага, вот здесь они платье, что ли, себе собирались шить? Ой, я могу, должен это, наверное, отодвинуть. Но я никак не представлял та, которую представлял я. Везде искал, я никак не попадалась та, которую я представлял. Так, давайте лучше закроем за собой дверь. Пускай этот жених пускай валит от меня. Пристал ко мне, слышишь? Это что за аппаратура новая? Новое приспособление. Три батарейки. Новых батареек не вижу. Мне нужно там что-то... А, вот он. Привет, мужик. Невеста тебе нужна? Да отстаньте от меня, господи. Я мужского пола вообще. Такая невеста. О чем ты? О чем ты говоришь? Батарейку поменяем пока что. О, может, нам сюда. Кровяга. О, нам нужно вечно бежать за кровью. О, снова. Тут уже кто-то двигал. Видимо, не успел это дело подвинуть. О, вот он. Вернее, камера. О, лифт. Мне нужно вниз на лестницу. Цепляйся. Вниз или вверх? Вниз или вверх? Лестница ломается! Черт! Нет, держись! Наверное, я неправильно сделал, что я на нее прыгнул. Ногу сломал. О боже. Ты в порядке? О, в ногу мне... Скажи, что с тобой все в порядке. Ненавижу мысль о том, что ты страдаешь. Мне в ногу какая-то... Зачем тебе сделать что-то с тобой? Вон он сверху. Ты бы лучше умерла, чем была со мной. Он сумасшедший! Я мужчина! Какая невеста еще? Ты че? Тогда сдохни. О, он закрыл? Специально меня решил здесь оставить, чтобы я умер. Сохранение. Стоп. Он что-то на меня лифт? Лифт поднимается, помню сюда. Надеюсь, его не будет. А где он? У меня нога болит, по-моему. Там где кровь, нам нужно ту сторону, где кровь. Так? Верно. Или это кровь от меня? А вот. Тут уже кто-то был раньше тоже. Надписи на стенах. There is no place like home.
Это не место такое, как дом. Типа, как-то так, по-моему, переводится. Тут уже кто-то бегал раньше до меня. Тут кто-то бывал. Гляньте-ка, следы от крови. Так, откроем. О! Шкафчик. Я могу... А, запах моего любимого гнездышка. Дорогая, ты от меня не спрячешься. Дарлинг! О, черт. Что он делает? Ты сделаешь себе подарок, делится, который... Delicacy. Ты снова разбираешь. Тем упаковать. Он меня нашел! Уйди! У него глаза какие кровяные. Что мне теперь делать в твоем шкафу? Он шкаф поднял? Наконец-то. А что? Что он делает? Он меня в шкафу куда-то тянет. Куда он меня тянет в этом шкафу? Я себе закрылся, думал, спасусь. Я был слишком вульгарен, я знаю, и хочу извиниться за то, я просто не знаю, что становится с мужчиной, когда он хочет познакомиться с женщиной. Какой-то психопат. Куда он меня тянет в этом шкафчике? Но после церемонии, когда я сделаю тебя честной женщиной, обещаю стать другим мужчиной. А я могу сейчас вылезти? Нет, не могу. Так. Куда он меня тянет в этом шкафчике? Не знаю. Мне нужна семья, наследие. Стать отцом, которого у меня никогда не было. Я никогда не допущу, чтобы что-то случилось с нашими детьми. Ничего такого. Как? Как что? Куда он меня... Не знаю, куда он меня тянет, но, скорее всего, это не очень хорошая идея. Придется подождать здесь. Я, конечно, понимаю, что тебе не терпится завершить наш брачный обряд, но попробуй насладиться предвкушением. Я сейчас буду этим всем смотреть. Сюда, дорогая. Это поможет тебе расслабиться. Какой-то газ напустил для меня, чтобы я уснул, по-моему. Что-то напрыскал. Усыпляющий газ. Спустя 12 часов. Так. А я до сих пор в шкафчике сижу. Кто там привязанный? Один из сумасшедших, и рот которого был зашит. Это жесть. Это я проснулся или не проснулся? Ну, вроде как... 12 часов... Ой, там что-то происходит ужасное. Дорогая, нужно, чтобы ты меньше кровоточила. Я понимаю, что представители слабого пола обычно в семье страдает от одинакового жал, но тебе нужно потерпеть. Боже, сумасшедшие. Тут все сумасшедшие в этой игре. Прямо между ног ему ножом. Или в живот, или куда. Боже, что он с ним делает? С ума сойти. Псих. Нет, прости, дорогая. Любовь не для всех. Так. И дальше что? Ну все, этому чуваку уже явно кирдык. А я опять заснул. А, следующий, наверное, буду я. Че он? Ну, явный псих, короче. Он какой-то бред несет, во-первых. Во-вторых, делает ужасные вещи. С той женщиной, которую мы... Теперь не двигайся, дорогая. Все эти непригодительные волосы. Ой, какие шелковистые. Снова как маленькая девочка. Теперь более утонченные черты. Мамочки, разрезал живот. И там же нож тоже разрезал. С ума сойти. Он всех режет. Он всех этих психов. Ты сдалась, Робина. Ты отказалась от любви. Ты даже не достойна того, чтобы тебя зашили. Лежи и подыхай в крови. О, на бензопилу. Голову разрезал ему. Ой, боже, скольких он уже троих замочил, пока мы тут... Мы каждый раз, когда видим убийства вот эти, мы сразу же теряем сознание, так понял. А, теперь мой черед настал. Теперь меня, походу, привязал на этот столик, да? Настала моя очередь. Судя по всему. Или что происходит? Да, моя очередь настала. И вот, у тебя удивительная структура костей, такая мягкая кожа, ты будешь красивой. Нож вон там. Или лезвие. Так, а что мне делать? Меня привязали. Женщина должна выстрадать некоторые вещи. Это неприятно, я знаю, но просто попробуй вытерпеть ради меня, ради наших детей. Писюн мой даже видно. С ума сойти.
ты псих, натуральный. Это не займет много времени, несколько надрезов здесь и здесь, срезать всю вульгарность, мягкое местечко для моего семени. Растить семью. А, ну хочет сделать писю мне хочет отрезать и сделать там дырочку. С ума с этим. Хочет мне отрезать мой орган. Надрез будет немного болеть, и зачатие, и роды никогда не бывают легкими. Да, вон пила поехали. Я разрежу быстро. Ой, черт. Нет. Ай, мне все скукожилось там. Так, надо вырываться. Так, я вырвался. Чё бы немножко? На него один из психов напал. Один из психов. Иди сюда. Камеру слева бери. Чё-то надень на себя. Одежду чуть-чуть одень. Чуть-чуть хотя бы какой-то. Набрось. Не ходи голым. О, оделся. Чикс. Так, сохранение. Фух, ещё бы немножко, и мне был бы гоплык. Ещё бы чуть-чуть, и мне бы отрезали мои кругляшки. Так, а куда? Вот ты где. Ты сумасшедшая сука. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мне перед него убежать? Я пытаюсь. Не знаю, куда мне бежать. Обратно, что ли, надо? В эту комнату же. Какой-то проход, возможно, есть. Никаких проходов. Ой! О, он меня поймал. Ножом, нет! Ой! Боже, сколько раз меня пырнул. Раза 4, наверное. Все, я сдох. Еще и с ноги сверху мне. На лицо. Раздавил мне лицо. Ужас, это какой-то психопат. Куда-то нужно было бежать. В это помещение, видимо, не надо. Налево куда-то бежать. Вот тут мы появились с вами. Здесь что-то возможно. Тут какая-то дверь. Тут заперто. А куда тогда девать себя? Это лаборатория его, так называемая. Куда бежать здесь? Какие-то проходы должны быть, какие-то двери. Что-нибудь. Может, я там где-то должен был запрыгнуть? Это тут ничего нету, ни батарейки, ни одной. Ну, тут явно ничего нету. То есть, надо где-то здесь что-то найти. Где-то здесь должен быть какой-то проход. Он нас... Как-то его нужно обмануть, перепрыгнуть через... О, какая-то дверь. Тут закрыта решетка. Вот он. Он довольно быстро двигается. Ай, больно. Я пытаюсь бежать, не получается. У меня нога болит. У меня нету жизни. И у меня последняя батарея к тому же еще. Вот блин. Как его обойти? Нужно, может, где-то спрятаться? Или присесть, возможно, надо было. Просто присесть и как-то его обдурить в темноте. Там же ж темно. Попробовать присесть тихонько и так ползти. И обойти его там. Давайте попробуем. У меня просто последняя батарея несчастная. Вот здесь присесть. По чуть-чуть ползти вот так. Вот здесь можно спрятаться, допустим. Так, куда еще? Он там появляется, да. Нам нужно найти способ прятаться под столами. Может, тут можно пройти? А, почему не может эту доску переступить? Он где-то там. Где-то здесь. Может, даже батарейку найду. Так, я не знаю, слышишь? Вот иди, давай, повернись ко мне. Вот он идет. Он видит меня, интересно? Он меня теперь не видит, когда я присяд. На присядке он меня не видит. Вот он. Или ты очередная шлюха, говорит мне. Вот он теперь не видит, я над столом сижу. Мы сейчас его попытаемся надурить. Обойти все. Где он? Я не вижу теперь его. Я сюда пойду. На картанах. Тихонько. Тут стекло, тут я не пройду. Перебегу. Как могу бегу. Как могу, бегу. О, боже, эти портреты эти ужасные. Не в ту сторону опять пошел. Как это обойти все?
нашел? Нет! Блин! Куда там прятаться? Это невыносимо. Это невозможно пройти. Не, ну это возможно пройти, но как-то непонятно, куда я там должен был спрятаться. Так, ну здесь я, в принципе, понимаю, как нужно действовать. Вот тут потихоньку на картанах ползусь. Вот он идет. Я попробую здесь спрятаться. В этом уголку. Вот он идет. Вот он стоит. Он видит меня? Нет, кажется. Нет, 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 он меня не видит в углу. Он меня, по идее, не видит. Ты была красивой. Конечно, я была. Там пошел. Ты не разворачивайся. Я тут сейчас прячусь за этой полочкой. Так, хорошо. Пошел в ту сторону. А мы пойдем в эту сторону. Опять в уголок сейчас тут прячемся. В темноту, сюда, в тень, в угол. Так, аккуратно, где он? Пошел в ту часть, а мы сюда. Потихоньку, потихоньку, не спеша. Потихоньку в уголки, в уголки. Опять в угол прячусь. Я стараюсь очень аккуратно в этот раз. Вот, спрятался. Он заметил меня, кажется. И как же я теперь должен успеть спрятаться? Куда спрятаться, еще вопрос. Включу камеру. Возможно, мне все-таки надо было где-то здесь зайти. Нет, тут нет прохода. И тут нет прохода. И здесь нет прохода. Единственный вариант это вот сюда. Но где тут прятаться? Вот дверь. Я не заметил ее сразу же. Да. Закрыл. Еще одна дверь. Закрыл. Теперь куда? К яркому свету, скорее всего. Я бегу к яркому свету. Так, тут через стол перепрыгиваем. Еще одна дверь. Ой, тут какая-то дырка. Наверное, мне в дырку. Давай на улицу. Даже высоко! Все, хотите бросить меня? Да, хочешь бросить меня? Ну ладно, иди. И ты, и все остальные эти неблагодарные шлюхи. Ну я спрыгнул, кажется, я... А где он? В окне там кричит на меня. Мне батарейку бы какую-то, слушайте, но я, кажется, от него убежал. Фу, это было жестко. Журнал какой-то. У меня опять, у меня бедная нога, она пробита, еще и травмированная. Журнал, будем здесь читать документ? Наверное, нет. Он очень здоровенный. Вот такой текст. Поехали дальше. Видите, что там, прочтете себе. На паузу нажмете. Так, открываем. Это что такое? Так, спрятались. А, люфтовая шахта. Вниз мне явно прыгать не стоит. Батареек у нас совсем... О, о, батареечка. Батареечка нашлась. Хорошо, что они подсвечиваются. Хотя бы чуть-чуть. Я могу так их рассмотреть в темноте. Там очень сэкономно с батарейками. Так. Чтобы прикрыть левое... О, сохранение сработало. Здорово. Так, теперь куда? Открывается ключом дверь. Понял. Какой-то нужен ключ для этой двери. Мне это вместо знакомо, слушайте, из первой части. По-моему. Для доступа к мужскому отделению. Найдите ключ. Тут можно пройти. Тут явно будет закрыто все. А это что за место такое? Тут закрыто. Кто-то бегает, какие-то слышу шаги. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Откроем. Я очень быстро ее открыл. А, что-то блестит. Батарейка. У меня почти села заряд. Почти сел заряд. Я нашел еще одну батареечку. Две батарейки у меня. Так, а куда тут двигаться? А, какая-то полка непонятная. Что это такое? Дверь? Это я ее закрыл? Да, это, по-моему, я ее за собой закрыл. А куда мне тут дальше идти? Наверх подпрыгивать. А я не могу теперь прыгать? По-моему, я не могу даже запрыгнуть наверх. А может тут не надо бы тут было? Как мне теперь этот ключ найти? Куда теперь двигаться? Туда я пришел. Тут закрыто. Тут мы не пройдем. А где же мне тогда ключ найти? Это тоже наверняка уже будет недоступна дверь. Нет, это доступно.
Но мы же отсюда пришли, по-моему. Правильно я понимаю? Правильно я понял. Или мне нужно вниз прыгать? Да нет, быть такого не может. Тут было все темное. И тут никаких ключей не было. И тут решетка. Где-то я что-то пропустил, упустил. И прыгать я теперь вообще не могу, потому что у меня... Ну, могу немножко ускоряться вот таким макаром. И все. Тут не пройти, тут не пройти. Где-то нужно ключ раздобыть. Пока непонятно только где. Батареи. Тут все за... О, а вот дверь нашлась. Так, закроем сразу. Надеюсь, это не было ошибкой. Ну, какой-то яркий свет в конце. Верно, мне туда. Вот как мне туда добраться теперь, что эти все... О, еще батарейку вижу. А это очень хорошо. Так, ну идемте, идемте, идемте. Через стол как-то. Перепрыгнуть бы. А где батарейка? О, вот тут где-то мелькало. Боже, как темно. Ничего не понятно. Так, у нас три батареи. О, немножко с батареями стало получше. Вот какая-то вентиляция. Нам в нее надо... Оп. Все-таки прыгать могу иногда. О, боже ты мой. Мужик. Это полицейский? Кто его так сюда так бахнул? Слушайте. Странно. Так. Ага, мы в этот зал зашли здоровенный. Давайте с этого момента мы начнем следующую серию. Тут я сейчас сохранюсь. С этого момента, когда мы попадем уже в этот зал здоровенный с мухами, с этими проводами. От этого момента начнем следующую серию. Спасибо всем за просмотр. С вами был Неломок. Мы играли в Outlast. Дополнение игры, которая называется как Осведомитель. Вот. Всем пока-пока.